пильности. Постоянная аудитория. Так, ну и чё? Да, 30 человек. Ну, вообще ништяк. Мустангов 17. 17! Больше полсплита! Первый чувак из 33 вышел. Ну, как бы все, я понял. Ну, по-моему, высов. Мэтт Малоун с нами. А, ну, вообще огонь. Да грузись ты уже. Такая. А у Малоуна хороший рейтинг? Да? У Малоуна неплохой рейтинг. А, ну он второй, да. Он ездит неплохо, как бы он не Ален. То есть, но ездит неплохо. Ну, он не квалился. Там он на 35 чувак заквалился. Так Малоун ездит, знаешь как? Такой, так, ну сейчас время, так, что есть? О, поехали это. Такой выходит, так, что есть? Поехали это. Вот примерно так он ездит. Ну, блин, скилл. Если может так поехать без ничего. Мика Эшус. Дженнифер Макдоналд. Здрасте. Ничего не знаю. А, это она первая там, да? Ну, она, да, у нас в этом, в дивизионе примерно вторая или третья, не помню. Ее я ушатал на Акаяме на старте. Какой ты это... плохой человек. Да вообще ужас. Джентльмен не смог пропустить даму. Ну, он джентльмен там просто въехал, забомбил в первый поворот. Все, что двигалось и не двигалось. Формат будет для слабаков. Вот и Малоун проснулся. О, здорово, Андрей. Да, Кибер сегодня вообще печалит, как бы, и что-то вообще не очень. Так что, good games с Твичом. Уж извиняйте. Я так не добрался до настройки этого. Да, и полный сплит. У тебя десятка? Винда. Да. С инжинсом на десятке, короче, шаманства слишком много, я сейчас пока без него. Че, прям все засрали? Ну, он у меня, то есть, стартовать стартует, как бы я вижу поток у меня, но как бы на сервисах запускается, если запускается вообще. То есть, напрямую нормально идет, через инжинс что-то вообще плохо. Ладно, то есть, трогать это... не буду. Там я версия... просто смотрел, там вроде это, пара кликов и готово. Да, пара кликов готова, но у меня, похоже, с версией беда. Видишь, еще QuickSync тут не работает. Там, блин, ну да. Разгрузить бы. У меня периодически как бы есть завесоны. Если я стримлю, у меня у самого в гонке подлагивает. Ад будет с этими, с Pontiac'ами. Что-то уже не хочу это ехать. Где тут их объезжать? Нам главное просто бы доехать. О, господи, это будет весело. One lap to green. Line up on the right side. Pit road is closed.
Empire. Жесть. Это, кстати, жесть, не... просто сплит. А, ты сзади? Да. Майк Мейн с нами рядом. Тоже грип-ТВ-шный чел. Ох, сколько смертей будет, Добби. Я не знаю, сейчас будет просто жесть. Я не знаю, как мы сейчас повернем в первый город. Как мы, не знаю, полтрассы проедем. 17 мустангов, больше полсплита. Мне реально стрёмно. Get ready, going green. А, нормальный грин флаг. Охуенный просто. Я от вас отстал. Воу-в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 оу
А, ты справа? Да. Still there. Clear. Мало он. Я не воткнул передачу, блядь. Я понял. Still there. Говно. Давай! Stay on the left. You're on the left. Ну хвост нахер. Clear on the right. Справа. Car right. Keep to the left. Clear on the right. Вынесло. Мы-то, блядь. Вот это приехал я. Все, пиздец. На ровном месте, нах. Ну, это такое очень неудобное место. Ну, оно неудобное, но я газ вообще коснулся просто. Чуть-чуть. И все. И то есть... Даже что-то попробовать отловить уже не было какой-то возможности. Блин, я еще на въезде в питы, блин, долбанулся. Веселуха. Блять, ну придется ехать еще в следующую, да. Да блин, включайся, передача. Проехал своего Петика этого. Я убился и чинился. Теперь надоест. Я сам там чуть машину не потерял сейчас. Я, главное, еще в питы заехал, там заспидился, короче, на самом въезде. А, потом нормально. Проехал чувачка и не мог включить задний. Короче... Успешен. Инвалид на всю голову. Ой, Малоун, что творит? Он так обидно, блин. Все вроде самое жесткое проехал, и тут... И тут такой, и все. Главное, да. В практике я не спинился.
не уезжал в стену, ничего. А тут на. Сейчас, блин, самая ветелуха, чё я боялся, блин, Понтиаков проезжать. Ну вот тебе опыт. Да, блин, опыт. Спасибо. Не надо, я бы отказался. Я не там затормозил совсем. Да куда? Нормально, жив. Потерял, конечно, позицию. Блин, я тоже жив. Я бы тоже хотел потерять позицию, но остаться в живых. Тогда. Чё-то не фартануло. Догнал Понтиака. Пошла веселуха. С джетами борешься. Ну да, тут, конечно, поборешься, блин, когда тебя блокируют на торможение. А что, ты провалился совсем? Да не, одну позицию, но просто я чувака пытался обогнать, а он прям перед моим носом тормозил. Ну, пришлось отпустить и еще и место пропустить. Ну, вернул место за счет другого. Left side. Clear. А, круговой, да? Жаль. Че, Мустанг круговой? Угу. А, ну конечно, да. И я, конечно же, получил слоудаун. Че, он срезал в Т1? Ага, пришлось. Скотина, а? Бескомпромиссный хрен, как и я. Круговой не пускает? Не круговой. За позицию. Right side. Clear. Я, кстати, Дэвида могу догнать. Какой-то последний этот. Мустанг. Где обгонять? Car on your left. Clear on the left. Да, у меня тут Понтиаки нормально обгоняют. Да живи, живи! Будем тошнить сейчас Понтиаком. Связка такая, что не знаю, куда тут лезть. Left side. Clear. Просто втиснулся. Нагло.
все лобовое в песке что-то после всего этого говна. К солнцу еду, напрягает. Так, 14 секунд до Дэвида. Пунтиака всех прошел. Слава быстрой починки. Что бы я без нее делал? Где ж тебя проходить-то на следующей прямой? Интересно, я за эту гонку научусь тот поворот проходить, в котором я заспинился, или нет? Давай! Пошло, 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 пошло. Кстати, мустанг какой-то в пятах. Ага, я понял. Блин, застрял за медленным мустангом и реально не могу его пройти. Да, тут все плохо. Потому что тут мои методы вообще не будут работать. Тут да. Негде просто. Да тут бомбить даже негде, просто заберешь обоих и все. Да, заберу и себя, и его, и еще там сзади могу забрать. Что-то у меня Дэвид от меня уехал. Уезжает, точнее, дальше. Я думаю, я его смогу догнать. Нас уже и сзади догнали, ну, как обычно, в общем-то. Джетта? Не, мустанги. Да ладно. Да. Этот поворот и какая-то жопа. Да пошел ты! Не получилось. Че такое? Бомбанул? Не, я его в итоге, да. Я его выдавил на траву. Выбил просто. Ну фу таким быть. Ну вот это он мне. Выключил, видимо, войс, у меня ничего нету. Меня, наверное, взбесило уже в прошлые разы еще. Эти болтающие чуваки. Бесконечно.
думаю, может, Т1 все-таки не можно на четвертый пройти. Хреновая идея. Особенно в гонке. Все равно тут тошню, блин. У меня уже просто практика какая-то. Хотя, блин, это с Дэвидом сократилось. А, это не Дэвид. Дэвид обошел чувака. Какой-то Сэмми. Мне сейчас еще джеты проходить. Хотя тут одна только. То есть эти чуваки едут медленнее джеты, я их не могу догнать. Ты один не заспинился. Вообще говно. Пятый инк и чуть не убился опять. Я чуть первый поворот пролетел, чуть там не уехал на траву. Да я пытаюсь понять все, как тут поворот нормально зайти, но у меня вообще ни черта не получается. Там не даже с накатом, как ты говоришь, там все равно оно не заворачивает. Не знаю, я вот что-то у меня более-менее заворачивает. Передачу не включу. Clear on the right, right side. Clear. Что, у тебя борьба кончилась? Угу.
Пока что да. Всех там может сзади подъехать. Ну, не сильно, чтобы уехал. Сзади едут. Третий раз передачу не воткнул за гонку. Всегда на выходе напрямую это. Еще затормозил рано чуть. А вот и Понтяйк. Я уже отмучился. Вряд ли я их второй раз догоню. Блин, майка подпустила из-за этого. Вот сейчас у меня будет, похоже. Парни, три вайда. Это два. Впереди. Круговой мустанг. И джета с обычным мустангом. Наркоманы! Наркоманы! Бомбят? Да я забомбил неудачно, Понтяк. Ой. Опять в конце прямой догоняют джету. Сейчас остановлюсь, выйду и протру.
Блин, еще и две джеты впереди. Блин. С этими еще сложнее. Четвертый раз не включил передачу. В том же месте? Да. Фига ты. Ну, хотя не совсем. На этот раз я не включил четвертую. Обычно я не включаю третью. Ага. Но на той же прямой. Блин, белый флаг. Еще круг продержаться. Хочу Сэмми догнать. 4 секунды. Некогда мне стекла протирай. У нас вообще время есть? Сколько там кругов должно быть? Последний круг еще. Блин, тогда не успею. Дерьмо. Фух. Какой приехал? 9-м. Я 15-м приеду. До Сэмми 1.5 секунды оставался. Да уж, надо ехать, блин, следующую. Это вообще не дело. You got a slow car on the left. Right side. Car stop on the left. All right, there's the checkered flag. Bring it back to pits. We're going. Никто до питов не доезжает. А я вот еду. Все поостанавливались что-то. Кто на траве, кто на треке. Чё, будем час тренить? Да ты чё, нет. Фу. Чё, я даже 8-й в итоге? Да, я 8-й. Блин, тут какой-то пит это резко закругляющийся. Ох, жесть. Так, ну чё, а теперь самое интересное. Старт. Старт я благополучно проспал. Точнее, как проспал. Я отстал от вас там в последней секции. Что там за трешняк-то случился?
А, там чувака на втором месте просто подвинули в повороте. И он там собрал, конечно, да. Ты просто по траве решил поехать, да? Ну а куда мне это? Ну, да, слева, там... если бы я поехал, я скорее всего бы там кого-нибудь собрал. К тому же там дым был, и я как бы не видел ничего, что впереди творится. Поэтому проехал так. Максимально безопасно. В принципе, нормально я там проехал, ничего там страшного не произошло. Даже дико скорости там какой-то не потерял. Там ты как-то на всех парах ехал там, а быстрее всех у тебя скорость была. Ну да. На этой прямой. Не, главное, ты когда еще сказал, что ты это миснул передачу, там Малоун был. Я думаю, ну я сейчас Малоуна потолкаю, он разгонится. А похоже, у него тоже что-то случилось. То ли он не воткнул передачу, потому что он не мог ехать. Нафига тебе бомбдрафте у тебя было, если ты мог пройти просто? Я вот тоже, да, сейчас смотрю, я думаю, там место было между вами, а вот ты ушел. Бом в стену. Так, ты не той. Не, ну этот поворот вообще ад какой-то. Вот у меня тут догонялки с этим Эриком. Главное, просто вроде и по траектории все прямо, машина стояла раз и все, и бамс. Сейчас надо найти этот момент. А, это вот, когда у меня получилось его обогнать, но я обогнал его в первом повороте с этим. С замедлением, блин, господи, забыл. С черным флагом, короче, получил. Вот. Я думал прямо перед Т-20 отмочить его, отмочил, но он залез внутрь. Так, где же тот Дрифт Кинг-то был? Когда я чуть не потерял машину. А, это, собственно, вот я его... Я таки его обогнал, но очень грязно. То есть я попытался здесь создать Туайт, очень понимаю... Так, вот мне интересно минус вот... 48. Зато по СРУ плюс один. Офигенно полезно проехал гонку. 27 очков. Да, мне здесь надо было уже заходить. Я в него выехал, по сути. У тебя, кстати, лучше круг, чуть лучше моего в гонке. Я 35-0 ровно проехал. А ты чуть-чуть вышел. Слушай, а он меня еще и целил, главное, на выезде. Ты что-то ксабоставил какой-то. Мало он на время даже ниже, хуже. Да? Но он доехал. Ну, видимо, показывал это время стабильнее. Что эпичный Дрифт Кинг-то. А, во-во-во-во-во. Ну такой, нормально. Вытянул машину. Погнал ты кого? А, ну конечно, меня же все обогнали.
Я ж прошлый этап пропустил. Теперь хрен поймешь, кто куда где. Да вообще плохо проехал. Надо следующую ехать как-то выравнивать. Так, что у нас получилось в итоге-то? Две 200 сов общий. Нормально. У меня было как раз 2200 до этой гонки. Почти там. Сколько я получил ачейт? 81? Неплохо. Неплохое начало. А он еще не посчитал медагая. У вас Сузука хорошо пошла? Ну вот у меня нормально прошла в итоге. Потому что я получил что-то 87 очков. Последнюю гонку, когда мы с Пашей ехали, мы нормально, конечно, поехали. Я второй, там, третий Паша ехал. Но Паша там в итоге зацепил траву и уехал в стену. А я уже доезжал вторым. Ну, там нормально очков взял. Короче, не алё пока, не обновляет общую стату. Чё, через час едем, да? Ну да, надо, я, видишь, всё просрал. Надо ехать, хоть что-то более-менее вменяемое проехать. Да в Имсе можно было бы оставить такое, а тут как-то не очень хочется. Ну да. Так, ну что, тогда через час мы к вам вернемся, если тут кто-то вообще-то был, суть. Да. До встречи. Ох,